перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Бля. Привет, динозавры. Дай мне твой телефон. Да. Я бы с ним поле включил. Привет. Эмиль включил Джея какой-нибудь. Какой-нибудь музон просто на фон. Омск заебись. Было не очень много людей, но они жестко месили вообще, типа. Мне понравилось. Там была какая-то очень громкая девочка, которая орала пиздец очень сильно в Омске. На сцене сидя. Люстра в кадр, бля. О, Элджей заиграл. Диджей Эмиль за пультом просто. Ой, можно только потише, Эмиль, а то нихуя не слышно будет, что я говорю. Спасибо. Да, самим собой тут Эмиль, блядь, короче. Сидит и включает музон. И второй. Тоже тут сидит. Бля, вы пишите хуйню, спросите что-нибудь интересное, блядь, а не просто типа привет, сука. ЕКБ, да, охуенно было вообще, мне очень понравился концерт в Екатеринбурге, бля, вообще один из лучших за тур. ЛДЖ, с каких пор я слушаю? Ну, я всегда слушаю ЛДЖ, очень часто. Почти ежедневно. Диджей Мингис, ебать, чувак, ты вспомнил. Это же, типа, вообще, мы с ним давно очень треки делали, одни из, типа, каких-то первых. В Саратове концерт, блядь. Ну заебись, как и все остальные концерты. Не было ни одного хуёвого ещё, типа. Да пиздец, мы устали. Мы, сука, 11 городов подряд выступали, и наконец-то перерыв 2 дня, и поедем на юг. Сочи, нахуй, Ростов, Краснодар. Ты кто, блядь? Не так, ЛТЕ. ЛДЖ, да. Маску делал Шули, я не сам же ее шил. Бля, хуй бы я шил из кожи сам себе маску. Да, дуб с рождения слушаю ЛЖ. Я больше не чей, сука. Какой... У кого бит? У Джуниор? Феррай? Я не знаю, кстати, такого битмейкера. Что это за битмейкер, бля? Сбой? Сидцо побрил. Да, бля, я, кстати, побрился сегодня, сука. Ебало, правда, только побрил. Может, не было, остановился, он как пушки не чувствует, что остановился. Где мы жили в Волгограде? В какой-то гостинице, если честно, я плохо помню. В Выбисе, по-моему. Или нет, блядь, я не помню, сука. Какое проклятие монахини? Что это? Я не шарю. Новый фильм. Мерч, блин, скоро будет, короче. Онлайн-заказ на этой неделе будет на основу установлен, можно будет заказать, короче, футболки. Да, ебало, кстати, нормально в этой маске дышит намного лучше, чем, блядь, в балаклаве. Потому что, типа, есть перфорация всякое такое. Глаз, третий глаз, тупо. Многознал? Не, многознал мне нравится, в принципе. Мне кажется, очень интересный самобытный исполнитель, заебись.
Проклятие анальной трещины. Бля, ебать вы хуйню пишете, кстати, смешно иногда. Мерч, да, бля, сорян, что мы не в некоторые города, конечно, не завезли мерч, нахуй, но вы его сможете заказать, сука. Так что, блядь, следите за страницей этой мерч Вилиал или как она там называется. Шоколадный глаз. Я тоже так шутил, чувак, уже. Мне кажется, вообще не видно мои запястья, слышь. Типа, как ты, блядь, кто их увидела на таком кадре, блядь? Сука. Как относишься к говну, что думаешь о моче? Мне кажется, тоже так шутил, кстати. Это такая стандартная шуточка, блядь. Вы хуйню пишете? Где охуенные вопросы? Маски говно, охуен, чувак, иди нахуй. Букин машин, не хотим ли мы букин машин? Думаю, что не хотим. Да, в Питере по-любому будет мерч, будет большое пиздатое шоу, я думаю, с живыми барабанами. Посмотрим. Так что, блядь, по-любому будет охуенно. И заебись, камера опять переключилась, блядь, охуенно, просто на люстру. Патл настоящий, блядь. Почему, кстати, блядь, какой-то процент людей после того, как я надел новую маску, думает, что у меня, блядь, не настоящие волосы, блядь. Это очень странно. По-вашему, типа, ебать, я пришил к маске волосы или парик мог теоретически надеть? Это, мне кажется, ебанутая мысль, не? Мне это не смешно, например. Блядь, ебать, камера опять переключается сама, сука. Почему не только я, мне кажется, черный тоже ведет эфир. Нихуя. У меня нет ни одной татуировки, чуваки, типа, могу только хуй вам показать. Тут пусть он рассказывает, скажи, что. А? Ладно, давай ты скажи, что поставить. Следующий трек будет ЛДЖ, Эмиль, следующий трек будет ЛДЖ или какое-нибудь такое. Вот, это новый трек ЛДЖ, братан? Это не ЛДЖ, блядь, это... Сука, нет! Нет, только не этот трек, нет! Я просто слышу уже раз третий за день сегодня. Физ Бузовой? Да, интересное предложение. Я, кстати, проебался, какую часть вопросов вообще не увидел, пока я... Охуевал от трека, который включили. Сейчас. Пол башки чуть не отъебло ли мне лестницу? Да, в детстве, блядь. Не отъебло чуть половину. Гепарда, да-да-да. Черному пришить волосы тоже. А куда их пришить, блядь, ты предлагаешь? На грудь. Концерт Бухенвальдслава, они нихуя не доехали до Тулы, блин, когда я пошел на их концерт, они проебали поезд вроде, короче, так я их живую не послушал. В Тюмени тупо пацанов отпиздили, кто отпиздил пацанов? Мне кажется, они просто залетели в мош, типа, ну и чуваки немножко переборщили, короче. Всякое бывает. Клип следующий на дробовик, вы должны ждать его, сука. Бля, нет, братан! Гепард опять, блядь. Люстру? Нет, чувак, давай будем ждать, типа, когда камера сама переключится, блядь, телефон заглючит, и мы увидим люстру. Я не буду переключать, потому что все равно это случится скоро. Прикольно. Как отношусь к Фейсу? Заебись, блядь, мне кажется. Последний альбом интересный.
Есть фит с Бульваром, конечно, и целых два. Шпала. Мне кажется, чувак, кстати, не такой крупный, чтобы ты говорил, это шпала. Но все равно смешно. Ну, потому что, чувак, мы срезали его парт, потому что, блядь, лайв, когда идет, хотелось бы, чтобы он был динамичным, и чтобы это не затягивалось, и поэтому мы сделали наиболее подходящую концертную программу, сука. Кто такая Фокси? Девочка, которая снимает нам все видео. Тинцестайн, Аутлип. Да, видел. Я, кстати, блядь, только мельком его смотрел, если честно, с экрана не своего телефона. Фу, ну и поэтому, короче, я не всмотрелся. Но я видел, что кадр красиво построен достаточно, типа, и прикольный цвет коррекции, типа, то, что я заметил. Но в смысл я пока не вникнул, надо пересмотреть будет. А что? В Москве, чувак, мы живем. Салам с Дагестана, салам, чуваки. Если это вы типы, которые приезжали в Волгоград на концерт, то вообще привет. Нет, благо, блядь, нас не узнают на улице без маски. Я бы не хотела, чтобы меня узнали в супермаркете, когда я покупаю еду, сука. Эмиль, какой следующий трек будет? Опять ЛДЖей? Может быть... Бля, Федук! Федук! Нет! Ладно, Федука слушаем. Федук лучше, чем Гепард. Это не такая пытка. Это вполне себе. Когда фит с Рамиресом, я не знаю, чувак, мне кажется, вряд ли в ближайшее время. Пусть навалит диджей Скрю, тут пишет. Не, братан, мы будем слушать Федука. Какой диджей Скрю, слушай, блядь? Теплый вечер, вся хуйня. Только в Омске, кстати, еще нихуя не теплый вечер. Начали ли мы писать новый альбом, а вот секрет. Давайте фит с ЛДЖеем, Федуком и Бузовой. Ребят, как вы думаете? Бузову мы, кстати, сегодня еще не включали, но все, не, все потеряно. Еще все впереди. Ульянов, заебись, охуенный клуб был, да, в Ульяновске? Мне понравился байкер-клуб вообще, типа, очень атмосферно. Почему Эмиль не ведет эфир? Эмиль, почему ты не ведешь эфиры? Ты должен радиоэфир, короче, вести. Вечерний подкаст Велел Сквад от Эмиля. Включаем треки. А Фитис Джимбо будут ли еще? Возможно, да. Возможно, нет. Да, в Самаре было круто. Крутая публика. С пистолетом. Чувак, ебать, ты вспомнил. Я помню, смотрел его клипы, когда он только появился, и было смешно. А сейчас уже, кстати, не так смешно. Бля, чувак, какой ты доебывайся, спрашивает уже раз третий, уехали ли мы на белой Мазде в Екатеринбурге. Бля, если честно, чувак, я помню, что тачка белая была, но не помню, что это тачка была. Сейчас все вместе должны, все подписчики. Давайте, пойте припев. Дроп был только что. Угу. Я вас запомнила. Звучит по-маньячному вообще очень. Как относишься к фонк-звучанию? Мне кажется, такой преследующий жесткий вопрос. Как ты относишься к фонк-звучанию? И тут фонк должен заиграть такой.
ты, блядь? И такой, по-по-по-по-по-по. Ну, заебись. Я дохуя его слушал в одно время, больше я уже не могу так много его слушать, но какие-то темы мне закатывают, типа, которые достаточно оригинальные получились. Вот последний трек, сука, диджей Смоки, спродюсированный, который сделал, зачитал Фредди Дредд. Там охуенный бит. Он вроде фонковый, но звучит, сука, блядь, актуально, футуристично. Ну, не то, что футуристично, короче, блядь, необычно. И вот это такой фонк охуенно, когда его, типа, делают в новом звучании. Но если тот, блядь, лоу-файный, который был актуальный 3 года назад, то нихуя я не могу больше это слушать. Ебать, я тебе прям в глаз парю, когда он на лбу, чувак. Что? Тяжело писать треки. Фитса гад, чувак. Да не, не собираюсь пока, я думаю. Паша Гоблес. Сука, блядь, новую хуйню напишите. Так. Бля, в Омске бар маленький, пизда. Больше людей мы объёмнемся в этом маленьком баре. Ну вот, блядь, мы подобрали помещение, соответственно, тому количеству людей комфортному. По-моему, там даже оставалось еще место, так что нихуя не было проблем с этим. На данный момент где жесткий разъеб был? Где был жесткий разъеб? В каждом городе. Но вот в ИКБ, блядь, вообще охуенно разъебали. Динозавры вообще, я люблю, блядь. Вот следующий трек. Артём, мы тебе в школу завтра. Бля, братан, в школу. Да. Я бы сходил в школу, блядь, кстати. Сейчас. Я часто про это думаю, блядь. Охуенно было отмораживаться вообще, типа. Вот в школе я мог себя, типа, хуёво вести всякую хуйнёй, блядь, заниматься конченной. А сейчас я не могу себе позволить. Челябинск? Заебись, Челябинск, мне понравился. Там был жесткий чувак с корпус-пейнтом, пиздатый вообще, типа. Пиздатый корпус был. НКБ, да. Ебать, назвал в честь вашего трека группу. Как ты его назвал, чувак? Пенза? Да, в Пензе прикольный клуб был, кстати, мне понравился, типа. Ну и публик, конечно, но клуб охуенный. Вы покупаете магнитики в городах? Кстати, блядь, нихуя, я думал, сука, об этом, но, блядь. Магнитики в каждом городе. Да нихуя. У меня есть только из Ульяновска. Мне подарил Никита. И все. Как тебе новый альбом Гонфлад? А как он называется, ребят? Супер Чуиз, да? А какой следующий вопрос? Чем занимаетесь в свободное время? Чувак, в туре нет свободного времени. Мы едим и спим в свободное время в туре. С кем курил после концерта в Челябинске? Чувак, я и курил после концерта в Челябинске. Долго люстру ждать. Люстра вот-вот почти на подходе, ребят. Еще немного. Кого слушаю из русскоязычных исполнителей? Янг Трапа я слушаю. Каждый день почти. Ну, по одному треку точно. Да, чувак, заебись, я рад, что тебе понравился на концерте, блядь. Что ты купил за день до начала билет? Не что делать, если ни с кем не идти на... Не с кем идти на концерт, а один иди на концерт, блядь. Если не с кем. Сука, иди один.
Как тебе Моргенштерн? Ебать, вы специально, да, типа такие вопросы военные задаете? Или вы серьезно, кстати, вот эту хуйню сейчас спросили? Альбом под названием «Люстра». Ну, трек лучше тогда назвать «Люстра», да, типа такая тема. Пиздец, вы придумали, кстати. Бля, вот эта тема, шутка про паспорт с маски, блядь, уже она скоро пиздец станет классической такой, да, уже. Типа нужно словарь с классическими шутками вашими составлять. Типа словарь динозавров. В Астрахани, чувак, ну хуй знает, блин, если организатор какой-нибудь хороший, нам напишет из Астрахани. Или если ты привезешь нас охуенно, то будь вы в Астрахани, блядь, где вы, хоть в Балаково. Как тебе Лил Пам, блядь, ну чувак, типа, ну он талантливый, блядь, но я не могу такую рэпчаку сейчас слушать. Когда, типа, знаешь, это появилось, типа, там, вот, Дирос, треки, вот эти, блядь, первые, тогда это катило. А сейчас, ну так, в качестве только ознакомления, потому что он один из топовых артистов, чтобы понимать, что творится в индустрии, то да. Почему фотки не выкладывают? А из какого города чуваки не выкладывают фотки? Пожалуйтесь мне. В лол зарубимся. Чувак, я не могу поиграть в лол в туре, блядь. Знаешь, как я страдаю, блядь? Пиздец, я страдаю, слушай. Я бы хотел играть в лол в туре. Но в гостиницах такой хуёвый Wi-Fi, что не смогу это сделать, даже если возьму ноутбук. Нет! Вот же Куш или Амнезия Хейс. Чувак, турничок. Вот, что я тебе скажу. На всю эту хуйню. Black Mass'а второго не было. Почему в Омске? Бля, чуваки, ну вы бы еще... У нас презентация нового альбома, да? Типа вы еще такие бы спросили, почему там первого трека нашего не было, бля. Ну хуй его знает. Очень странно, действительно. Слышал Кур 92. Ну да, я слышал какие-то там треки, клипы видел. Из отца нету фоток, ебать ты угораешь. Ну я понял шутку вообще, нормал. Зачтено. В Ростове сколько начнется концерт? Блядь, чувак, знаешь, типа, есть такая хуйня, типа, стенка, ёпта, в паблике называется. Там посты выкладывают. И вот ты, блядь, заходишь, короче, сука, на эту стенку. Там, короче, города, блядь, есть в посте. Знаешь, там есть Ростов-на-Дону. Инструкции для тех, кто спрашивает такую хуету. Заходишь, ебать, в эту встречу. Ищешь свой город. И, сука, смотришь там, блядь, тайминг мероприятия. И не спрашиваешь хуйню в личке. И сейчас, блядь, когда начнется концерт в Ростове? Пис. Ждешь там альбом Slipknot? Блин, вот если честно, я Slipknot люблю, конечно, но я не знаю, выходит ли у них сейчас новый альбом или нет. Если да, то я с удовольствием его послушаю, блядь. Гофит с динозавром. Да, я бы фитомулся с динозавром каким-нибудь. Таким матёрым. Ты видел лицо чёрного? Охуенного, блядь. Не, чувак. Мы, знаешь, типа, когда мы видимся, мы одеваем маски. Это в этом фишка проекта. Типа, мы не знаем, кто мы, типа, как мы выглядим. Блин, надеюсь, кто-нибудь подумает, это серьезно сейчас, блядь. И потом будет базарить про это. Это было бы очень смешно. Зарубился с кем-нибудь из чата в лол. Не, чуваки, меня потом заебете там, блядь. Постоянно приглашать, нахуй, чтобы я с вами поиграл. У меня постоянно будет уведомление. Нет. Я буду играть один в лол. С кем из Запада хотел бы фит? Чуваки, скоро будет фит с кем-то из западных, но с кем? Хуй ты угадаешь, сука, динозавра. Вы что, даже в поезде в масках, да, чувак, типа, блядь? Я в купе как захожу, блядь, там люди. Я думаю, блядь, ну если люди, то маску нахуй нужно, да, наверное? Одел маску, короче, на полку, блядь, застелился. Лег такой, беруши ставил, бля, под маску, чтобы спалось заебись, да, и поехал в следующую перть. Разъебать.
Нет, мне в обиде, что вы в Челябинске начали воду пиздить. Бля, нет, чуваки, все ок, но лучше, блядь, не пиздить у нас воду во время выступления. Тебе мама не разрешала в компьютер играть? Мне тоже мама не разрешала в компьютер играть, когда я в школе учился. Ну, в каких-то младших классах, конечно. Гофит с зилаками. Ой, блядь. О, люстра, чуваки, вы дождались. Блядь, я опять назад переключился. Ну, те, кто ждал, тот поймет, да, типа, что люстра только что была. Концерт в Кирове охуенный. Только, сука, я выступал без монитора в ухе там. Как тебе аудитория в Самаре, ты заебись. Что за игра, лол? Бля, чувак, ну типа, погугли. Мы больны? Да, пиздатый трек мне тоже нравится, он очень качевый. Короче, блин. Тут звонок параллельно, но я не буду отвечать. Блин, Эмиль, включи трек какой-нибудь, пожалуйста. Что по мерчу будет на концерте, блять, мы в каком городе? До некоторых городов мерч просто тупо не доезжает, блять, это очень жалко, пиздец. Но, сука, заказывайте в онлайне. О, люстра, ребята, ребята, блять. Кто звонит? Чего, блять? Тур охуенно просто, чуваки. Просто охуительно. Почему решили лица не показывать? Охуенный вопрос. Просто типа, блядь. Нахуй его прочитал вообще? Включи маску в инсте. Нет, я не буду таким заниматься, пацаны. И девчонки. Денег дай. А, давай, пиши реквизиты карты, сейчас мы на лечение переведем. Много баб на концертах или парней больше? Больше парней, кстати. О, бля, люстра. Это люстра, чуваки. Так, ну ладно. Блядь. Нет, люстра, короче, заебал меня. Кто-то там про мой жестко пошутил, чувак, ты типа мемов перечитал, мне кажется. Ну уже я понял шутку твою. Он не дал твоему другу второй постер. Охуеть. Эмиль, ты не дал кому-то второй постер. Ну потому что, сука, блядь, постер дают тому, кто покупает билет Meet & Greet. Такая вот хуйня. Fist Devilish Trio. Пацаны, я только рассуждал про фон 20 минут назад, пацаны. Ой, блядь, я маску нечаянно включил, блядь. Нет, нет, нет. Нет, нет, только не маска. Он за ЗОЖ, кто-то пишет. Да, я за ЗОЖ, чего вы, конечно, блядь. Постоянно, блядь, в зал хожу, кстати. Волосатый чевырло, как Терекев. Вот, чувак, охуенно. Волосатый чевырло, очень нравится Терекев. Я слушаю очень часто. Ну нет, на самом деле, ты чё, блядь? Ты угораешь, сука, блядь? Маску на маску? Не, блядь, я показалось. Это было бы жестко, типа маску надеть на маску. Почти как цепь на цепь, блядь. Бля, я опять, прикиньте, краем, сука, блядь, своего ебаного пальца нажимаю на... Какой Сишайн, блядь, кто это такой? Вы постоянно, сука... Это типа твой ник, сука, ты себя пиаришь так, типа, кто такой этот, кто такой тот?
Где я ищу идеи для текста? В окружающем мире, блядь. Он тут рядом. Павел, ебать. Чуваки, ужасно, что у меня Павел называет. Мне кажется, это жесть. Сильно извинилась повседневная жизнь после популярности. Нет, популярности просто нет, чуваки. Меня смотрит сейчас 265 человек, блядь. Как... Заебись. Все, я вернулся, чуваки, блядь. Прикиньте, я не мог. Сука, отключить какую-то хуйню на телефоне. Жестко. Тебе на украинском, тебе кажется, что я говорю, когда ты слушаешь фасклад? Да, конечно. Я типа на украинском пою. Вообще, у меня есть еще версия украинской альбомов. Бля, чего нахуй? Все, пацаны, я заебался уже, если честно, блядь. Нести хуйню. Все, всего доброго, блядь. Слушайте, LG, хорошего вечера.